в группе мистера и мисс лагеря «Орбита». Помимо того, что мы определим с вами мистера и мисс, обязательно сегодня будет определена лучшая пара. Поэтому победителей будет много. Как мы их будем встречать? Я думаю, что они заслуживают большего, потому что все-таки они маленькие. Вы просто не представляете, что там творится за кулисами. Кто-то подкрашивает глаза, кто-то завязывает шнурки, а кто-то уже снял рубаху. Итак, вы готовы? А вы готовы? Они тоже готовы. Ну что ж, тогда я начинаю. Сегодня день такой прекрасный и удивительный такой. Нам звездочки спустились с неба и всех согрели красотой. Мальчишки наши им подстать, желают лучшими все стать. Желаем участникам нашим удачи, как выйдут на сцену. Машем им рукой. Итак, я представляю наших участников. Аплодисменты. Заново Арина, 10-й отряд. Нестеров Мирон, 10-й отряд.
будет оценивать наших выступающих. Итак, сегодня у нас в жюри... представители старших отрядов. Итак, я представляю членам жюри и прошу вас поднять руку и показаться, где вы находитесь. Итак, это мальчишки из второго отряда. Потихин Алексей. Широков Антон. Елистович Илья. Первый отряд. Скипер Максим. Поэтому Максим Нефедов, как председатель, всех рассудит и определит правильно выбранных победителей. Ну что ж, я думаю, что мы с вами увидели участников. Теперь осталось сказать о них такие слова. Красивые, милые, обаятельные наши участники. Но как хочется узнать о них побольше? Кто художник, кто певец, кто танцует, а кто просто молодец? Каждый сам сейчас расскажет, а кто может, тот покажет. Итак, объявляем первый конкурс, который называется «Презентация». Итак, первыми на эту сцену выходят представители 10-го отряда. Это Нестеров Мирон и Бузанова Арина. Аплодисменты!
Пожалуйста, выходим, а зала поднимается.
Вы согласны со мной? Сейчас мы с вами начнем самое сложное. Это испытание, которое вам нужно будет пройти, уже те, которые вам неизвестны. Ну, во-первых, я думаю, что вот вы стоите, почему все вместе, плечо к плечу? Боитесь, что кто-то упадет? Ну, давайте тогда немножечко, да, разойдитесь, чтобы у вас у всех было место. Лейла, возьми микрофон, будешь его передавать. Итак, первый конкурс, который будет являться уже неподготовленным, называется «Четвертый лишний». Итак, задание такое. Я буду каждому участнику предлагать три слова. Вернее, простите, четыре слова. Одно из которых будет лишним. Если участник определит, какое слово лишнее, и объяснит, почему, он получит максимальное количество баллов. Итак, участники, задание понятно? Вам задание понятно? Итак, начинаем конкурс «Четвертый лишний». И начнем мы, наверное, с самого младшего 10-го отряда. Лейла, отдай микрофон Мирону. Мирон, тебе первое задание. Все, пожалуйста, будьте внимательны, подсказывать не надо, потому что он сейчас зарабатывает баллы. Итак, послушай внимательно, Мирон, и определи четвертый лишний. Яблоко, груша, арбуз, апельсин. Полная тишина в зале. Подсказывать нельзя. Арбуз. Итак, вспоминаем, Мирон, если ребенок определяет лишнее слово и объясняет, почему, он получает максимальное количество баллов. Потому что это ягода. Арбуз — это ягода. Все остальные — это фрукты. Молодец! Умный мальчик! Передавай микрофон. Передавай микрофон. Следующий вопрос тебе. Итак, послушай внимательно. Сирень, орешник, шиповник, береза. Полная тишина. Сирень, орешник, шиповник, береза. Пожалуйста. Береза. Береза. Потому что береза — это дерево. А остальные — это растения. Ну, я думала, что это практически, она сказала, кустарники. Совершенно верно. Аплодисменты. Передаю. Виталя. Итак, Виталя, вопрос для тебя. Будь внимателен, Виталя. Роза, кувшинка, тюльпан, астра. Полная тишина. Роза, кувшинка, тюльпан, астра. Астра! Ты меня спрашиваешь? Итак, давай. Давай теперь полный четкий ответ. Это астра. Почему? Кувшинка. Просто астра. Как вы считаете, это правильный ответ? Нет! Увы, это неправильный ответ. А кто-нибудь из детей, кто стоит на сцене, знает, Мирон, что это? Почему? Кувшинка, она растет в болоте. На гнисте. На воде. А все остальные на земле. Лучше. Какой молодец! Абсолютно верно. Ульяна. Итак, следующий вопрос тебе. Послушай внимательно. Маша, Даша, Саша, Глаша. Полная тишина в зале. Саша. Потому что это имя мальчика. А разве девочку так не называют? Ну, называют. Так значит? Глаша. Запутала. Итак, давай еще раз. Какое же лишнее имя? Глаша. Почему? Потому что как мальчика зовут, я не знаю. Потому что так зовут мальчика. Вот видите, до чего мы дошли? Не знаем женские имена. Итак, давай вернемся с самого начала. Давай, как будто ничего не было, начинаем отвечать снова. Итак, твой первый ответ был, это... Саша. Потому что...
Это мужской. Ну, конечно же, это правильный ответ. Можно было только добавить, что Сашу могут называть и девочку, и мальчика. Аплодисменты Ульяне. Передаем дальше микрофон. Следующий вопрос. Будь внимателен. Ель, дуб, осина, береза. Береза. Потому что? Потому что это простое дерево. Это простое, а все остальные сложные. Вы согласны? Нет! Я тоже не согласна. А может быть, кто-то из детей может помочь ему? Повторяю. А вот есть ответ. Передай микрофон. Осина. Почему? Не знаю. Тогда еще раз давайте в зале спросим. Вот я вижу, Ксюша красиво как в школе руку тянет. Ксюша, какое лишнее слово? Почему? Конечно, ель это хвойное дерево, а все остальные лиственные деревья. Аплодисменты участникам. Передаем микрофон дальше. Поехали дальше. Следующие слова. Кресло, подушка, шкаф. Подушка, потому что на ней спят. А я на шкафу тоже люблю спать. И на стуле, и на кресле. И на стуле, и на кресле можно сидеть. А на подушке лежать. Лежать? А вот иногда некоторые дети приходят в палату и как сядут сразу на подушку. Добавить? Да. Давай. Итак, все это? Мебель. А подушка? Нет. Не мебель, аплодисменты, конечно же. Передаем микрофон дальше. Ну, поехали, тут уже у нас пошли парни повзрослее. Тогда я тебе предлагаю следующее. Контрабас, скрипка, балалайка, саксофон. Полная тишина в зале. Какое слово лишнее? Саксофон. Почему? Вот видишь, как хорошо из зала добавляют. А вот Настя тоже как в школе тянет руку. Настя? Для тебя. Итак, слушай еще внимательнее. Комар, паук, шмель, жук. Полная тишина. Жук. Почему? Почему? Иди сюда. Быстрее, 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 быстрее. Итак, какое слово лишнее? Паук. Потому что паук ползает, а все остальные летают. А все остальные летают. Нет, я не согласна, потому что здесь есть более точный правильный ответ. Шмель. Почему? Потому что шмель летает, а все другие не летают. Это правда? Неужели никто не знает правильного ответа? Итак, давайте мы еще спросим у Ульяны. Это жук. Это паук, потому что он не насекомый. Ура! Молодчина какая! Молодец, Ульяна! Совершенно верно! Ведь комар, шмель и жук это насекомые, а паук это не насекомые. Аплодисменты! Итак, слушаем еще внимательнее. Треугольник, квадрат, ромб,
Шар. Какое лишнее слово? Шар. Почему? Вот, потому что все углы прямые, а у прямые вообще есть углы. Ну, я бы не сказала, что у Ромба будут все углы прямые, но все-таки слово выбрал правильно. Единственное, что нужно добавить, что все фигуры какие? Плоские. А шар? Объемные. Аплодисменты, аплодисменты. И последний вопрос для Лейлы. Плутон, Солнце, Сатурн и Венера. Солнце, потому что Солнце светит от этой планеты. Аплодисменты, это правильно! Ну вот я вижу, конечно, они разволновались, потому что, наверное, их не очень хорошо поддерживали в зале. Итак, давайте им поаплодируем. Давайте им покричим. Молодцы! 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 Ну а сейчас я вам разрешаю уйти из-за кулисы и там уже немножечко со спокойной душой вздохнуть. Они действительно волнуются. Это нам с вами кажется в зале, что так легко отвечать на сцене. Ну а теперь мы переходим к следующему конкурсу. Я думаю, что наше жюри смогло оценить, кто отвечал лучше, точнее, правильнее и так далее. Следующий конкурс будет специально для девочек. Итак, девочки слушают внимательно задание. Сейчас на сцену я вынесу много предметов. Я надеюсь, что Максим Сазонтов мне поможет. Максим, давай под аплодисменты на сцену. Запрыгивай. Итак, сейчас на сцене появится достаточно большое количество предметов, которые Максим разложит вот здесь. Каждая девочка должна будет выбрать один предмет, а может быть и два, который бы она хотела подарить своему другу на какой-то праздник. Это может быть день рождения, это может быть окончание второго класса, а может быть даже просто Рождество. Итак, каждая девочка сейчас подходит вот сюда. Вот сюда подходите, девчонки, пока стоим, ничего не берем. Не надо нам по прямой, вот сюда можно в кучу. Сначала глазками посмотрите внимательно, какие предметы вам особенно понравятся. Потому что каждый предмет, который вы будете дарить своему другу, нужно будет обязательно преподнести. Преподнести с определенными словами. Вот, например, иди сюда, Максим. Максим. Максим! Вот, например, сегодня у Максима праздник. Я спешу к нему на этот праздник. И хочу преподнести ему в подарок вот этот планшет. И выглядеть мое поздравление будет так. Дорогой Максим! Я поздравляю тебя в этот праздничный день. Желаю тебе огромного счастья, здоровья, любви. И дарю тебе этот планшет, который будет напоминать тебе о тех прекрасных днях, которые ты провел на сцене лагеря «Орбита». Подержи. Итак, понятно? Понятно? Хорошо. Сейчас девчонки у нас определяются с выбором. Пожалуйста, выбирайте. Можно поаплодировать. Выбираем, выбираем. Можно взять два предмета. Хорошо. Вы вот сюда отходите в сторонку и уже про себя начинаете речь поздравления. Понятно? А мальчишки в это время выходят на сцену. Они определятся сейчас в следующем испытании. Давайте им поаплодируем. Смотрим на них. Зал там.
выполнять задание. Задание самое простое. Нужно будет надуть обыкновенный воздушный шарик. Здесь будет учитываться быстрота, размер шарика, умение надуть шарик и не лопнуть его, и, конечно же, завязать для того, чтобы он не сдулся. Задание понятно? Мальчики, задание понятно? Неси, Максим, шарики. Да. Шарики у всех одинаковые. Итак, на счет 1, 2, 3 мальчишки начинают надувать шарик. Виталя. Итак, начинаем. 1, 2, 3 Начали. Ну что, девчонки готовы? Да. Итак, кто самая смелая? Кто? Вот, посмотрите, смелая. Аплодируем самой смелой девочке. Ну, вызывай своего мальчика. Андрей, иди сюда. Андрей.
Я дарю тебе этого... Дорогой Мирон, я тебе дарю этого мишку на день рождения, чтобы ты был такой же добрый и пушистый. Да? Ну, тогда все понятно. Итак, кто у нас следующий? Даша из 7-го отряда! Данил! Данил, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья и здоровья! Это я решила сама себе. День рождения! Своими руками аплодисменты. Вот следующий набор подарков меня очень интересует. Итак, это Лейна, 6-й отряд. И парень вышел без приглашения. Уже молодец. Влад, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Аппарат я тебе дарю для того, чтобы ты фотографировал всех в орбите, а корону, чтобы ты ходил на маскарад. Спасибо большое. Ну вот видите, спасибо, и они обменялись подарками. Аплодисменты участникам. Итак, все подарки розданы. Шарики еще целые. Давайте поаплодируем. Отдельно для будущих мисс и для будущих мистеров. Девочки получают свое задание, мальчики получают свое задание. Девчонкам понадобится чуть больше времени, поэтому я им предлагаю первое задание. Итак, девочки, представьте, что вы уже практически выпускницы школы. Сейчас вам за определенное время нужно будет придумать и изобразить эскиз вашего выпускного платья со всевозможными аксессуарами, цепочки, браслеты, босоножки, и все это перенести на лист, а затем показать всему залу и объяснить, во что вы будете одеты. Задание понятно? Тогда идем ко мне за листочками. Мальчишки стоят. Разбираем. Разбираем. Да, вот туда на сцену. Вот туда на сцену. Найдите каждое себе место. Лера, останавливайся. Одна подальше от другой. Итак, давайте им дадим, как говорится, время для того, чтобы они начали свою работу. Аплодисменты. Сложнее, потому что они...
сложилось. Уж не знаю, как это будет происходить, но все они в костюмах, вроде бы в рубашках. Вот молодец Данил, оделся в спортивную одежду. Потому что мы сейчас будем отжиматься! Итак, с кого начнем? Начнем со старших, совершенно верно. Итак, вы чуть-чуть шаг назад. Давай уж так, чтобы ложиться будем вот так, чтобы все видели. А считать будем все вместе. Итак, готов? Укладываемся. На старт. Внимание, марш! Раз, два, три, четыре. Yeah.
выполнения мы тоже смотрим. Поэтому сколько, как и кто молодец. Вот он человек без обуви. Без обуви он говорит легче. Поддержим Мирона аплодисментами. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать шесть, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Достаточно, Мирон! Мирон, достаточно! Мирон, достаточно! Мирон, достаточно! Аплодисменты! Молодцы! Ну что, мальчишки, руки дрожат? У них дрожат руки! Сделайте, чтобы ваши руки тоже задрожали! Молодцы, парни! Встаем вот сюда! Смотрим на своих девчонок, потому что сейчас вы тоже узнаете много интересного о своих девочках. Виталя, спиной к залу нельзя поворачивать. Вот таким образом можно. Итак, давайте поаплодируем нашим девочкам. Девочки, выходим сюда. Выходим сюда. Посмотри, какая красивая музыка. Красивая музыка, красиво стоим. Итак, с кого начнем? Ну давай с тебя, Лейла, так как ты у нас самая старшая. Я имею в виду самого старшего отряда. Итак, пожалуйста, покажи залу. Давай, я буду держать, а ты будешь рассказывать. Я буду надета в бальное платье, у меня будут туфли, браслет, кольцо, сумка, диадема, серьги и ожерелье. Ну, я думаю, что каждая девушка будет в этом. А как я смогу определить, что ты это именно Лейла? Может быть, все-таки какие-то опознавательные знаки будут? Нет? Просто платье? Ну, она говорит, что же вы меня не понимаете, здесь все и так нарисовано. Итак, это была Лейла и ее вечерний наряд. Аплодисменты. Лейла, иди вот туда, к членам жюри. Подходи. Вон мальчишки сидят. Отдаешь им свой рисунок. Вон, Максим. Подпишите, что это шестой отряд Лейла. О, посмотрите, какие молодцы. Аплодисменты им. Кто следующий? Ульяна, ты? Закрывай маркер. Давай его мне. Бери микрофон. Я тебе помогаю. Итак, пожалуйста. Я буду в юбке, в футболке, в туфлях с сумочкой, с двумя браслетами, с ожерельем. У меня будет диадема и бантик. Прекрасная картина! Именно так я мечтала выглядеть на выпускном! Аплодисменты Ульяне! Держи, Ульяна! Неси его туда Максиму, а Максим уже будет передавать всем остальным. Кто следующий? Даша, ты? Давай маркер. Нужно закрыть его, Даша. С какой стороны? Вот с этой. Итак, это Дарья из седьмого отряда. Аплодируем ей. Я буду надета в платье. У меня будут сережки, сумка, туфельки.
два. Часы? И все, у нее кончились места на теле, чтобы туда что-то надеть. Скажите, вам не показалось, что она сильно похожа на Ульяну? Два браслета. А давай посмотрим, вот это что у тебя? Корзина? А, это сумка. Ну что ж, я думаю, наряд тоже заслуживает аплодисментов. Наша седьмая прядь. Маркер. Маркер. Это у нас Алина из восьмого. Не слышно ваших аплодисментов. Я буду красивым платьем. Я буду с сумочкой. Я буду с перчатками, браслетом, сережками. И в туфлях красивых. Да. В принципе, все здорово. Единственное, что я вот не могу понять всегда, какие же у вас будут браслеты? В виде змеи? А у меня перчатки. А, это будут просто перчатки. Аплодисменты Алине из восьмого. Ну, я смотрю, Алина, ты будешь высокой девушкой. Почти как школа. Передайте, пожалуйста, жюри. Молодец. У меня будет сережки, кольцо золотое, ремень, браслет и шары, бусы, платье и туфли. Нет, она мне сказала так. Именно правильно да. Я держу? А да, я держу правильно. А, это то, что нарисовано сбоку. Вот сюда не смотрите, вот сюда смотрите. И да, посмотрите, платье на месте, все правильно. А на голове что-нибудь у тебя будет? На голове ничего. Просто волосы! Конечно, на голове у нее будут волосы. Аплодисменты, это у нас 10-й отряд. Ну что ж, давайте еще всех участников вызовем на сцену аплодисментами. Коллега, тебе какой наряд больше понравился всем? Я даже не сомневалась. А тебе? Алине. Алине, а тебе? Не знаю. Хитрый. Виталь, тебе? Алине. А тебе? Лейле. Настоящие мужчины, которые действительно говорят, что их девушка самая лучшая. Аплодисменты всем участникам. И я прошу всех участников идти за кулисы.
и Лыкова Алина из 8-го отряда.
Сергеевой. Это 6-й отряд. И его представители это Журавлев Владислав и Мамедова Лейла. Аплодисменты! Это последний торжественный, я бы сказала, вечерний выход на сцену. Итак, мы с вами обязательно будем аплодировать именно вот так. Это 10-й, 9-й, 8-й, 7-й и 6-й отряды. Ну что, красавицы готовы? Красавцы готовы? Нет, они еще не готовы. Тогда давайте их еще раз поддержим аплодисментами. Вот теперь они все готовы. Итак, тишина в зале. Наслаждаемся красотой. Thank you.
очень. Как вы, наверное, заметили, наши жюри уже удалились. Они, наверное, пошли совещаться. И как только они появятся вот здесь у нас в зале, мы с вами точно будем знать, что победители уже определены. Ну, а я хочу все-таки еще раз напомнить, чтобы вы посмотрели на наших прекрасных конкурсантов. Идите даже сюда поближе, чтобы вас было видно. Вот. Итак, ну, конечно же, мой первый вопрос — это Виталий. Виталий, ты к сегодняшнему домашнему заданию долго готовился? Собираюсь 3 часа. Целых 3 часа. Аплодисменты, Виталия. А тебе нравится эта песня? Да. Тебе нравится ее петь? Да. А как ты так запомнил свои слова? Училась. Молодец! Аплодисменты, Виталия. Ульяна, он хороший напарник? Да. Он тебя во всем слушал? Нет. Ну ты его прощала, да? Да. Потому что он такой парень. Прикольный. Он прикольный, аплодисменты этой паре. Ну вот здесь, по-моему, все очень серьезно. Данил, тебе даже это нравится? Маленько. Маленько, но нравится. Даже тебе, Данил? Нравится. Так вот, вы друг другу нравитесь, но возьмитесь тогда за руку. Возьмитесь. Серьезно, как тебе, Лейла? Нормальная девчонка. Лейла, как Владислав? Нормально. Они оба нормальные, девчонки и мальчишки. Аплодисменты. Вот мне показалось, что Андрюха больше всех волновался. Андрей, ты волновался? А почему? Вот видите, он волновался, потому что вы плохо хлопали ему. Похлопайте его хорошо. Ну, я думаю, что Алина практически вообще не волновалась. Нет. А почему ты не волновалась, Алина? Потому что просто надо сосредоточиться было и выступить на сцене. Если бы вы сейчас стояли на моем месте, это выглядит так. Я совсем не волновалась. Аплодисменты болельщикам
проблем? Ты там остаешься или переходишь в другую? Я там перехожу в другую, в пятом, в шестом классе. Все понятно. Не получилось. Итак, аплодисменты Мирона. А ты в какой школе учишься? Я в 103. Как у тебя с учебой? Я давно не училась. Так себе. Подождите, в каком классе учитесь? У них все нормально с учебой. Давайте им поаплодируем. А вот Андрей, кстати, хочет что-то сказать. Мирон, отодвинься, Андрея не видно. Он тоже учится в 103-й школе. Аплодисменты, Андрея. Хорошо. А ты в какой школе учишься? 95-й. 95-й. В какой класс приходишь? 3-й. Как с учебой? А ты знаешь, почему они не могут сидеть за одной партой? Не мог, не знает. А ты знаешь, почему они не могут сидеть за одной партой? Они не влезут, потому что их 3 человека. Но я еще хочу Виталька спросить. Виталя, какая школа осчастливлена твоим приходом? 101. 101 школа, молодец! А вот и жюри, вы их и не заметили. Дождались. В общем, давайте сразу. Итак, награждается Бондарев Андрей, 8-й отряд, победитель конкурса «Мистер и Мисс» в номинации «Мистер Оригинальность». Награждается Нестеров Мирон, 10-й отряд, победитель конкурса в номинации «Мистер Эрудит». Лужников Виталий, номинации «Мистер зрительских симпатий». Награждается Журавлев Влад в номинации «Мистер стиль». Аплодирую! Награждается Лукьяненко Данила, 7-й отряд, в номинации «Мистер мачо». Давайте барабанная дробь. Сейчас у нас, ну, итак, награждается Лушников Виталий в номинации «Вице-мистер орбита». Аплодируем!
награждается Лыкова Арина, 8-й отряд, в номинации «Мисс Нежность». Молодец. Награждается Мамедова Лейла, 6-й отряд, победитель конкурса «Мистер Мисс» в номинации «Мисс Улыбка». Получи свой приз. Награждается Бузанова Арина, 10-й отряд, победитель конкурса «Мистер Мисс» в номинации «Мисс Очарование». Награждается Чертищева Дарья, 7-й отряд, в номинации «Мисс Грация». Аверьянова Ульяна, 9-й отряд, в номинации «Мисс зрительских симпатий». Покажите свои симпатии! Ну потопайте, что ли, потопайте! Кто же становится вице-мисс орбита? Мисс Орбита, кто же это? Как вы думаете, кто это за? Итак, что? Мисс Орбита в 2011 году во второй смене становится Лыкова Алина, 8-й Супер пара награждается Журавлев Лав.